Мигранты, которые бегут от войны и преследования, должны иметь право въехать во Францию, считает премьер-министр страны Мануэль Вальс. Французский премьер также добавил, что отношение к мигрантам с достоинством должно быть правилом. Министр иностранных дел страны Лоран Фабиус в воскресенье раскритиковал политику Восточной Европы в отношении мигрантов. Он считает возмутительным тот факт, что некоторые страны проводят жесткую линию по отношению к приему беженцев. Ранее в воскресенье Германия, Франция и Великобритания выступили с совместным призывом к экстренному совещанию министров внутренних дел и министров юстиции Евросоюза в связи с нарастающим миграционным кризисом.